Тенерифе самый крупный из семи Канарских островов, но площадь его относительно небольшая, чуть больше 2000 квадратных километров, почти в 80 раз меньше Пермского края. Перемещаться от пляжа к пляжу удобнее всего на машине. Можно побывать и в диких местах, и насладиться видами с вершины вулкана. Естественно, мы хотели взять кабриолет, но это логично. Как это побывать на таком курорте, где отличные дороги, и взять какую-то дурацкую машину с закрытым верхом? Ни за что. Мы решили, как нормальные веселые туристы из России, взять кабриолет. Но оказалось, что найти кабриолет, вот так вот просто пойти и сразу его арендовать, достаточно проблематично, потому что все так хотят делать. Желающих много. Круглый год, высокий сезон. Лучше арендовать машину заранее. Прокатные компании можно найти через интернет. Есть в том числе и с русскоговорящим персоналом. Там 95% перекрестков регулируется круговым движением. То есть кто на круге, тот и главный. Это очень удобно. За счет этого не создаются лишние пробки. То есть подъезжаешь спокойно, пропустил, поехал, пропустил, поехал. Все понятно и просто. Привыкаешь к этому. Система простая. Поначалу немножко шокирует, но потом понимаешь, что это круто. Нарушать правила категорически не рекомендуется, если не хотите расстаться с сотней другой евро. Полицейских не видно, но повсюду висят камеры. Это Европа. Там штрафы жесткие, поэтому нарушать зачем. Там превышение скорости на 10 км в час карается штрафом, по-моему, в 100 евро. Придерживаться разрешенной скорости стоит еще и, чтобы успевать ориентироваться по данным навигатора. Его непременно стоит взять с собой, чтобы не заблудиться. Да и виды разглядывать время потребуется, но для этого уже лучше припарковаться.